Помещение 131 метр, Мосфильмовская 74. Итак. Специфика этого помещения является то, что здесь есть полноценный санузел. Причем санузел как с туалетом, так и с душевой. С раковиной, соответственно, все мокрые точки присутствуют. Далее мы входная группа. И здесь есть еще одна вспомогательная комната, где, собственно говоря, хранятся все вещи, которые на первый взгляд не очень нужны. В принципе, сюда даже можно посадить одного человека со столом или даже двух. Вот, идем дальше. В офисном помещении три больших комнаты. Самая большая комната. Здесь open space. На вид здесь порядка 40 метров. С кондиционером, с великолепными панорамными стеклами и видами. Ну, вот здесь, если посмотреть, то видно, что виды просто сумасшедшие. Можно любоваться, любоваться и любоваться. И не очень высоко, но и не низко. По отделке полы паркетная доска, штукатурка, ну и потолки гипсокартон. Вторая комната. Она поменьше значительно. Здесь, наверное, метров 18, может быть 20. Тут вот такие же панорамные стекла. Отличные виды. Здесь есть дверь, так что можно все закрывать и закрываться. Красивые двери. Третья комната. Тоже большая. Здесь вид на Москва-Сити. И, соответственно, вот на эту сторону. Таким образом, из трех окон можно увидеть почти пол Москвы. Это бесспорный плюс. Вот. Отделочка офисная, стандартная. Даже, на мой взгляд, более красивая, нежели чем просто стандартная офисная отделка. Соответственно, есть двери, можно разделить, кто где будет сидеть. При необходимости за счет стеклянных перегородок можно еще нарезать здесь, наверное, дополнительных кабинетов.